В этом плане существует ситуация, потому что ко мне уже обращались, пока, кажется, через второстепенные организации, то есть мне уже, в принципе, ну, это первый раз официально прислали из одной компании, ну, это British Petroleum, это нефтяная компания, есть дочерняя компания, которая занимается ее же, которая занимается очисткой. Но они выпускают бактерии, которые якобы пожирают нефтяные отходы. Но в теплых водах действительно бактерии будут есть, там полно другой еды. Бактерии почему пожирали нефтяные отходы? Там, где нет ничего другого, жрать хочется, извините за выражение. И они ели нефть. А когда есть что-то повкуснее, то в первую очередь они будут есть то, что повкуснее. Поэтому, скорее, вариант не работал. Они прислали предложение, вот, нам порекомендовали обратиться к вам по поводу того, что происходит там-то, там-то, там-то. Ну, это такой пробный шар они пустили. Посмотрите, как они будут среагировать. То есть, если не среагируют, значит, они скажут, что это, вот, Левашов не хочет взаимодействовать, и так далее, и так далее. Ну, я написал соответствующее письмо, ответ, что благодарю, что вы интересуетесь, и так далее, и так далее. Но в силу того, что данная экологическая катастрофа произошла в Мексиканском заливе, в территориальных водах США, а прошло это на вышках британской нефтяной компании, то эта проблема затрагивает экономические и геополитические интересы этих двух стран. И действительно сейчас идет, есть международная комиссия по таким проблемам, типа связанная с нефтяными и тому подобное, и сейчас там идет война. Две группировки сформировались. Не война, ну, группировки. То есть одна группировка разбирается в вопросе, приглашать меня или не приглашать к решению этого вопроса. Значит, две группировки. Другие говорят, что нужно пригласить, потому что просто американцы, которые меня, кажется, кинули по нашим понятиям, да, не заплатили за то, что договор на работу сделал, полезную пользу сделал, они не платили ничего. Им обратились, они подтвердили, да, он эти вещи делает, но он негодяй, подонок, не мерзавец. Он даром не хочет делать. Понимаете? Он же такой мерзавец, такой негодяй. Вот, ну делает такие вещи. И вот там возникла группировка, которая, лобби, как говорят современным языком, которые стоят, чтобы обращаться ко мне. И другая лобби, которая состоит из паразитов социальных, которые говорят так, независимо, сколько подохнет, независимо, сколько триллионов убытков будет, только ни за что не обращаться к Левашову. Ну, пускай думают и решают. Это касается их проблем, их здоровья, людей и так далее. И вот сейчас идет, как говорится, вот эта борьба, кто кого переборет, кто заинтересован. И поэтому я написал, что и благодарю за интерес, но я жду, есть специальная комиссия, как говорится, созданная правительственная комиссия по данному вопросу, И я жду официальное обращение с этих комиссий, потому что затрагивают геополитические интересы и т.д. и т.п. Вот когда официально обратятся, тогда я буду взаимодействовать. Без этого официального обращения не собираюсь, хватит. Уже мне дважды за то, что я делал им, когда уже договорились все, они просто, проще говоря, кидали меня, не потому что мне деньги нужны для своих личных забав и интересов, мне эти деньги нужны и пригодились бы для поднятия России. Они это прекрасно знают. И не хотят, чтобы финансы подали в мои руки. Потому что знают, что если будут финансы в моих руках, то им будет очень сложно. Потому что начнется что? Строительство тех предприятий, которые будут по передовым технологиям, не только моим. Я знаю людей очень многих, которые здесь создали прекраснейшие технологии. Такие, которые на Западе не снились. Которые позволят России сразу прыгнуть в 41 век, скажем так. Не в 21 век, а в 41 век. Понимаете? И вот и эти технологии нужно внедрять. Нужно внедрять и производить на России, чтобы освободить людей от рабства, когда нужно, есть технологии, связанные с электричеством, которые может поставить каждый дом, и человек перестанет быть рабом. Свет горит, пока вы платите, вам свет дают. Вы не заплатили, подняли цену без причины. Какой-то захотел, кто, извините, моча в голову стукнула, хотелось побольше ограбить. В 3 раза, в 2 раза подняли цену электричества, к примеру, да? Вы что должны делать? Или платить, или вас ее что? Обрежут. Что это? Это рабство. Да, ну нет, ну это рабство. Полностью человека загоняют в угол. Так вот, человек должен быть свободен. Он всегда должен быть, иметь свой дом, где он будет находиться в тепле.
всегда должен иметь что-то положить на стол своим детям, это самое минимальное, что нужен человек. И это должно быть не зависит от воли какого-то идиота или подонка. Правильно? Мое мнение такое. Так вот, в России создано то, что я уже знаю, то, что прощается, множество технологий, кроме моих. И мои тоже есть, тоже, понимаете, любопытные. Вот. Которые нужно действительно внедрять для того, чтобы людей сделать свободными. Вот, и для этого и боятся, потому что пока вот так вот контролируется все, людей можно манипулировать. Когда люди станут свободны, их очень сложно будет контролировать. Вот они прекрасно знают, поэтому эти социальные паразиты кричат, неважно, какие триллионные убытки будут, только не дай Бог обратиться к Левашову. Но самое интересное, они говорят, что пускай дохнут другие, но что-то они не хотят сами подыхать от этого, понимаете? Сами не хотят дохнуть, потому что знают, они не подохнут, это, извините, грубое слово. Но пускай другие дохнут, какая разница, гой есть гой, пускай дохнут дальше. Пускай сколько триллионов убытков, ничего, они оборуют еще больше. Но не хотят. Ну ничего, посмотрим. Хотя решение, я уже нашел эту проблему весьма простое, очень красивое решение. Но пока говорить не буду. Хотя даже если бы сказал бы сейчас, они все равно не смогли сделать, но все равно не хочу дразнить. Пускай знают, а что же он такое придумал? А что же такое? Как бы нам выяснить, что он такое придумал? Ну, пускай помучает. Знаете, как? Я люблю помучить врагов в каком-то смысле. Но сами они не закроют. Что? Сами они не закроют. Сами нет. Время. А это трудно сказать. В зависимости, чем больше они будут ждать, тем больше потребуется последствий, понимаете, убирать. Правильно, я так и сказал, пускай, нет что, обратятся позже, значит, будет стоить дороже. Лишние деньги пригодятся для России. А так говорю, в зависимости от того, когда возьмемся за эту проблему. Чем быстрее, в самом начале было гораздо быстрее, чем дольше эта проблема существует, тем больше проблемы нужно будет решать. Потому что уже сейчас течения, которые текут, подводные течения, ведь нефть, которая выброшена, она увлекается этим течением, и вот через некоторое время будет у берегов Англии, потом Скандинавии, со всеми последующими последствиями. К нам не дойдет. Даже не потому, что я что-то буду делать, потому что течения эти не бывают. Но если бы даже течения эти мывали в нашей земле, вот на границе бы все это было, очищалось. Вот. Что-что? Ну, как видите, паводка никого не произошло. Да. Ну, правильно. Но в любом случае мне это прислали, но пока, как видите, все в порядке, хотя плотина никуда не годится. Надеюсь, они произойдут и дальше. Но опять-таки, информация должна быть, она само по себе ничего не происходит. Это не то, что вот тогда, когда информацию мне прислали, когда вот не только что паводок само собой, когда там было оледенение колоссальное, слышали, читали, да? То это оледенение должно было уже привести к разрушению плотины. Но почему-то плотина не разрушилась. Но будем считать, что само по себе. Пускай будет так. Для спокойствия других. Какая разница?